Зачем я вам пишу стихи, отправляю письмами на адрес старый? Ведь разошлись уже пути, и снег давно растаял талый. Зачем вообще все эти строчки, что так неистово срываются с пера? Тире, запятые, бесконечно точки, куда несут мои слова ветра. Зачем я в голове картины создаю, что переходит право на тетрадь? В отражении самого себя не узнаю, не стоит все же больше спать. Зачем на это все я трачу силы, чтобы забавить несколько людей, кто будет стоять у моей могилы, оплакивая непроведенных рядом дней? Зачем стараюсь передать все то, что так внутри меня кричит, вытекая, словно мое тело решето? Для вас же тихо рифма не звучит. Для вас же это просто стих и ерунда, и взгляд, что нету больше тела. В моей голове все мысли поезда, и задают себе.